Всех приветствую на канале. Вы на старых играх. Ребят, вы просите игру. Я ее прохожу по заявочкам. Игра называется Pathfinder by David Luber. Копирайт. Хмирайт, не знаю, ребят, какой. Игра 84-го года, кстати. И еще раз. Кто-то просил пройти игрушечку, по крайней мере. Посмотреть. Игра называлась Netherrealm, по-моему. Ребят, я за эту игру запустил, но, к сожалению, она у меня идет с какими-то багами. То есть там иногда пропадает вот этот, там какой-то как типа вертолетика летающего. Короче, он пропадает, иногда с предметами не взаимодействует. Не знаю, по-моему, это проблема именно с эмулятором. Ну, эта игра вроде как пошла, давайте посмотрим. Так, а здесь, судя по описанию... Так, пауза, да? Здесь вначале дают какие-то ништяки, что-то типа защиты, heavy metal, я не знаю, что это такое heavy metal, тяжелый металл, beam shield, но beam я знаю, это лазерный щит переводится, скрамблер, не знаю, что это такое, какой-то телевизор с антеннками, и дирадиатор, это я же проверял, это такая штука, короче, снимает радиацию. Я пока не... здесь можно выборочно брать на каждом уровне. Давайте, поехали. Короче, мы на какой-то планете заброшенной. И она вся как бы заражена радиацией. Это, в общем, цель игры, насколько я понял, пройти эту планету и собрать какие-то старинные артефакты. А вот эта хренька, Блин, вот эта хренька, она снимает радиацию, только почему-то я не могу никуда попасть. А, видите, попал, да? Да, вот это огромная карта, мы частично открываем, и можно выбрать, куда идти. Сюда, сюда, вот давайте сюда наискось попробуем. Где эта радиация пригодится? Точнее говоря, радиация здесь угадать. Я не знаю, по-моему, невозможно. Короче, из того, что я понял, здесь лучше как можно быстрее вперед двигаться. Так, половина. Видите, здесь нам не дали вот эти клеточки, которые радиацию снимают. Шарики. Красная, по-моему, красная это самая фиговая, да? Хотя как понять? Вот, ребята, вот эти штучки надо собирать. Чё не дают, я не знаю, но какие-то что-то типа бонусов. Так, по-моему, мне хана. Ну, успею. Да, успел, ребят. Хоть одну взял, ну. Давайте возьмем тогда антирад. Раз нам дают. Так, и мы ее используем. Ну, она моментально, по-моему, используется. Угу. Здесь я еще описание игры почитал. Блин, жесть, я думал пролечу. Стенки закрываются, оказывается. Здесь, по-моему, за 5000 очков дают жизни. Каких-то гуманоидов мы сбили. Да, вот наш робот, он может подпрыгивать. Только в полете стрелять надо успевать. Это что, какой-то бонус, типа мы квадрат прошли? Давайте идем дальше. Так, что у нас есть? Какой-то щит. Я не знаю, брать щит. Давайте я возьму какой-то heavy metal. Что он дает, правда, непонятно. Это какая-то защита от радиации, ну... Вот какой-то тортик, ребят, тортик какой-то. Или что это такое, или пирог, я не знаю, что это такое было. Ну, по-моему, он то ли очки, то ли бонусы какие-то добавляет. Ну, вроде как, в принципе, даже игра такая приятная. То есть здесь управление нормальное. Игрулечка такая занимательная. Только вот...
Нам что еще дали? Бимщит, скрамблер. Не, что за скрамблер? Давайте посмотрим. Ну, я думаю, вы потом будете писать какие-то комментарии по этой игре, ребят. Потому что я в эту игру реально никогда не играл вообще ни разу. Так, 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 так. Я буквально пострел небольшой обзорчик на несколько минут в ютубере. Человек там тоже не особо круто играл. Ну, по крайней мере, я понял, как какие-то минимальные здесь действия. И описание почитал в Википедии по... Короче, да, это мы попали на какую-то заброшенную планету с какой-то древней цивилизацией, которая уже, цивилизация уже погибла, но на ней остались роботы. И вот эти роботы, ну, роботы, это типа системы охраны, они доминируют на этой планете, и как бы нам сквозь нее надо пролететь. Ну, и второе, вторая сложность, это здесь радиация. Против радиации уже хреново против радиации идти. Так, 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 так. Так, я смогу пролететь тут? А, хрен там. Скорости не хватило. Здесь надо со скоростью. Видите, ребят, как хитро все задумано. Вот эта техника, да. Ну, типа охранники. Вот, вот почему я не мог по ней попасть. Я в нее раз в 5, наверное, попал. Странная хрень, конечно. Видите, я не могу, не попадает, не засчитывается. Ага, житуху нам все-таки дали за 5000, то есть не обманули, хорошо. Так, давайте возьмем тогда этот скрумблер еще. И поглядим, что оно нам даст интересного. Вот видите, какую-то хреньку я одну взял. Но в игре описания на эту тему не было. Что оно такое, для чего. Какие-то радиационные торты. Ну, щит я взял, да? Вот, ну, попади, попади ж ты. Так, ладно, я попал. Отличненько, ребят. Ну как, кстати, отличненько. Ну, по крайней мере, лучше, чем умереть. 6000. А, давайте возьмем тогда этот щит. Потому что жизни как бы уже мало. А, здесь, видите, здесь еще не все взрывается. То есть вот эти препятствия, они не взрываются, оказывается. А чё ж мне так херово стало? Ну, тортик мы возьмем этот. Правда, нахрена этот тортик нужен? Нет описания, ребят, предметов по этой игре. По крайней мере, я не нашел каких-то мануалов на русском языке. А, вот, по-моему, это и есть артефакты. Вот это 5, 5, да, 5 штук. 7500. Так, у нас еще один щит есть. Это все пошло по жестяку. Ты смотри, попал. Так, 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 так. Все, ребят, нам хана. Да, в любом случае хана. Ну, в принципе, как бы игра даже интересная. Только немножко непонятные тут правила. Так, куда я попёрся? Ой, а я правильно сделал, что сразу полез? Я не посмотрел, может, что там дали там интересного? Ну давай же ты, балбес, стреляй. Видите, не стреляет, ребят. Не всегда он попадает почему-то. Ага, попал, да? Какая-то херня нездоровая. Хэ, это, по-моему, хэви щит этот.
Ну давайте еще разок попробуем. Честно говоря, я и то удивлен, что дошел даже до сюда. Так, открываем заново карту. И пока ничего не берем, потому что на первых уровнях ничего особо-то сложного нету. Ну, вроде как. А, вот этот тортик мы возьмем. Здесь еще непонятно, как высоту просчитывать. Вроде как они и низко, и высоко. Один хрен поймешь. Чё-то чей так мало дали. Едем дальше. За вот эти НЛО. Что-то вообще молочков дают. Да ну это бред. Нет, не хочу. Не хочу я. Давайте заново начнем. Я просто не могу сообразить, как правильно валить вот эти движущиеся цели. Потому что она как-то то высоко, то низко. И как правильно. А по-моему, вот эти хренки лучше вообще не валить, да? Что-то мне так кажется. Хоть попал куда-то. Очень странно. Непонятно, как стрелять по ним. То вверху, то внизу, ребят. Короче, здесь просто лучше максимально быстро куда-то пролететь, я так понимаю. А, нам, насколько я понял, нам очки основные, вот эти бонусные, дадут. Да, дают после прохождения миссии, как конкретной. Так, погодите, я опять могу сдохнуть тут, получается. Ну, мог бы, ладно. Я надеюсь, успею дойти, да, успел. Антирад тогда по-любому придется брать. Давайте щит возьмем, я не знаю. Ладно, нет, пока брать не будем. Не совсем понятно, для чего этот щит нужен, что он вообще конкретно делает. Может, вообще брать не надо? Ну, конкретно в этих миссиях. Вот пирог мы возьмем, этот или тортик, что это такое? А, не то вверх, все, я понял. Они ж прыгают тоже, то вверх, то вниз. И поэтому по ним тяжелее попасть. Все, все, я теперь разобрался, ребят. Понял свой косяк. Короче, зеленая местность, это менее радиоактивное что-то, что ли, вроде бы. Beam Shield. Хотя я бы не сказал, что прям сильно. Что-то нам дали. Не совсем понятна система бонусов, поощрения, что дают вот эти хреновины. Так, ребят, сейчас нам торбо будет, по-моему. А почему не дают? А как здесь вообще можно пройти? Если антирада нету. А, это очищенная уже, по-моему, территория. А хрен там она очищенная. Ну а что тут делать? Я считаю, это неправильно. Как-то должно компенсироваться вот так. Штука с радиацией. 6. А, это артефакт какой-то я взял. Ну так, чем компенсировать мне радиацию? Ладно. Ну, возьмем опять какую-нибудь. Давайте возьмем тогда heavy metal. Может, он хоть от радиации спасет.
Нет, он не спасает вообще. Не знаю, для чего нужен. Просто какая-то бесполезная ерунда. Отлично. Вот это, ребят, отличненько получилось у нас. Я не успел тебе. Ладно. И не очень-то и хотелось. Так, житушку нам дали. И мы собрали уже 10 каких-то артефактов инопланетных. Давайте возьмем еще тут скрамблер. Ребят, пишите комментарии, что какой предмет конкретно дает, от чего защищает. Или наоборот, там что-то уменьшает, улучшает. Вот это что, это плохо или хорошо? Вот это. Ух ты, смотрите, что-то я взял. Что-то я взял, что-то там заморгало такое интересное. Ух ты, смотрите, радиация стоит на месте. Так мы сейчас будем хренячить по ним. Недолго это было. Видите, какая-то троечка зеленая появилась. А что оно значит? Сейчас, ребят, мы поедем в другие степи. В тайгу. Ес, ну давай, едем дальше. Смотрите, ребят, радиация стоит на месте. Офигенно. А, уже не стоит. Все, я понял, она на время действует. Я так понимаю, здесь не вся планета заражена радиацией, а только какие-то определенные части. Угу. Угу. Ну хоть этих летающих теперь какашек нету. За 7 нам дают, но ничего, так очков нам надавали. Едем дальше. Блин, ну по-моему эта игра очень длиннющая, мне так кажется. Она по-моему, очень длинная. Не особо-то сложно. Я бы не сказал, что сложно. Просто надо внимательно очень проходить. Да что ж такое за кашель? Продуло вчера меня. 10 тысяч, 5 же тух нам дали, ребят. Что у нас есть? Давайте возьмем вот этот еще скрамблер. Видите, как-то что-то даже помогает. О, вот это хорошо, что дают антирады. Вот эти сброс заражения. Только вот единственное, что мало очков дают за сбитых вот этих вот гуманоидов. Здесь, по-моему, вообще ни хрена нету, да? Ну, я имею в виду в плане... А вот какие-то ромбики, не знаю, надо брать их, или они взорвут меня. Я не буду рисковать, ребят, не буду брать эти непонятные предметы. кстати, скрамблер у нас до сих пор и не тратится. Давайте да, щит возьмем. Что он дает? Так, замечательно. Короче, я буду брать все, что выглядит необычно, то, что я не видел. Ну, я здесь не вижу ничего необычного. Звуки, как в этом Blue Max'е второй части. Куда это меня занесло? Чего себе, так. Что-то, по-моему, как-то и круто прошел. Так. О, нам дали дирадиатор вот этот. Офигенно. Это хорошо. Чё-то мне даже эта игра начинает уже нравиться. Не, возможно, конечно, я пройду когда-нибудь, но, по-моему, она настолько длинная, что... И уровни здесь, наверное, дохренища просто. Тут ничего страшного.
А, не буду рисковать, ребята. Надо правильно нафигаш и рисковать. Видите, зеленая, да, зеленая планета, очень слабое заражение получается. Интересно, интересно. Так, пока ничего не будем. А вот на красных, да, на красных, видите, конкретно. На красных участках радиация моментально прибавляется. Еще вот эти говнюки летающие. Так, хорошо, замечательно. Замечательно, ребят. Тортик радиоактивный покушаем. Да, в таком режиме лучше всего двигаться. Чтобы не слоупочить. И еще жетушку нам дали. Офигенно. Я пока не буду снимать радиацию, потому что вроде как... Вроде как у нас еще хватает запаса. Ну, отличненько. Прямо супер. Прям, ребят, супер получилось. Ух ты, как-то я проскочил странно. Отлично. Радиоактивные пироги не хотите? Ну все, отлично, прошел. По-моему, все собрал эти артефакты. Да-да, и после каждого раза мы эти артефакты куда-то там на эту базу отправляем. Ну, на секретную, я так понял. Да, были ж, видите, на Таре просто много, игр там много, вот интересных, таких, чтобы поиграть, именно чтобы игра затягивала там на часы. Я не помню, ребят, была офигенная игрушка, я вот не раз спрашивал, кто помнит. Игра называлась то ли «Путешествие по Америке», что-то такое, короче, там такая белая машинка давалась. И что-то типа Need for Speed, только для Atari. Как же эта игра называлась, ребят? Я ищу ее 100 лет. Вот реально не могу название вспомнить. Да, кстати, у нас вот начались опять вот эти проблемы с электричеством, потому что, видимо, сейчас похолодание, народ начинает... вырубать всякие приборы, и происходит сбои. У меня вот бесперебойник, за сегодня у меня ком два раза отключался, ребят, поэтому я не знаю, пока стоит ли стримы делать. Я тут еще, кстати, ребят, насчет видеокарточки, я уже говорил, если кому-то интересно, например, или на обзор. Я уже с ценой определился, короче, я свою 660-ку отдаю за 4000. Если кому-то, ребята, интересно, пишите мне на почту. Карта работает, ну, я на нее сколько уже записал? Почти 400 с чем-то видео. Игры играются. Только единственное, что там ни в коем случае не надо разгонять, потому что там стоит такой биос... С минимальным уже наркопотреблением уже под разгоны не годится. Так, деградейшн. Ну ладно, не буду пока брать. Хотя, наверное, стоило. Хотя нет, не стоило. Зацепила. Скотина. У нас как бы жизни еще до хрена. Это что такое? Что это? Кособочу как-то я. Так, давай. А, где же можно ползти быстро? А что я туплю? Зачем я прыгаю? Ну ладно, не страшно. Сейчас, ребят, надо чайку попить просто, а то я буду кашлять.
Опять вчера в дождь попало и меня просквозило. Так. Что такое Delivered, что такое Promotion AT20? Ну, это, видимо, какие-то ништяки, я так понимаю. А каким рака? Здесь же можно было понизу пройти. Я не усмотрел. Я просто на тени не смотрю. Ребята, я просто на тени не смотрю. Да-да-да, они же это как типа облаков каких-то. Тут какие-то облака вообще весьма странные. Задница ты. Задница. Я не могу понять, уровень заново начинается, с самого начала, или, по-моему, все-таки немножко он продолжается, да, где-то середины. Так, здесь вообще радиации нету. Не, ну, здесь реально, наверное, игра часа на 3, чтобы здесь все уровни пройти. Ну, я, конечно, ребят, буду играть. Обязательно ставьте лайки за мое усердие, потому что я стараюсь игры проходить. Именно проходимые игры стараюсь проходить до конца. И на Atari, и на БК... Да вообще везде. Так, вот эту хрень однозначно надо взять. Угу. Ну, а видно, потому что она необычно выглядит на фоне вот этих девайсов всяких. Да, кстати, этой игры у нас не было. Я эту игру вообще первый раз вот вижу. Буквально. Что-то нам даже начало нравиться. Ну, только говорю, ребят, ее надо проходить. Скорее всего, часами. Давайте возьмем какой-нибудь щит тогда, или вот этот шкрамблер. Ух ты, как тут радиация хавает. Да насрать. Все равно там жить оставалось. Недолго. Да, вообще, конечно, в эту игру хорошо бы играть с охранками. Да какого лешего? Не, ну вот это несерьезно. Какое-то прям супер усложнение пошло. Да какого ты не дохнешь? Я не могу понять, почему он не дохнет, ребят. Я у него 3 раза зафигачил. Ну это бред, это бред. Я считаю, это бред какой-то. Нездоровый причем. Ладно, надеюсь, нам сейчас житуху еще отвалят. Нет, не отвалили. Опять про... Блин, а почему я... Погодите, я тут смогу пройти? А, вот так, да? Да ёлы твою мать палы. Ладненько, ребят, я уже проходить не буду. И так далеко дошел. Пожалуйста, оценивайте видосик. Ставьте лайки. И, да, гости, пожалуйста, подписывайтесь. Новый подписчик, как всегда, я выкатываю новый видос как можно быстрее, или даже 2. Вот такие дела. А желающие поддержать канал пожертвованием, донатом, ребят, не стесняйтесь, ссылочки все в описании есть. Я это ценю. И обязательно, ребят, пишите ник. Я на стримах, всех благодарю отдельно, каждого. Всем большое спасибо, всем удачи, заходите. Не теряйтесь.